перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. Дикий мастер делает американский рэп, да я часто слышу подобный бред. Каждый второй мой агент, хейтеры пиздят, это не андеррэпик. Парень не сказал ни слова про гетто, ни слова о любви, ни капли соплей. Барсинь, ты не трусь, ты читаешь не об этом. Мне пох, твое мнение, ты хотел задеть меня тем, что я делал деньги. Прости меня, бро. Ты, наверное, сбрендил. Сбрендил. Бро, я туда три. Да? Уже? Да. Ебер. Сейчас там передозировка будет. Сейчас у меня передозировка рэпа будет просто. Как тебе, Никита Бошкин? Красавец. Красавец, реально. Альбом «Доголяй», хит-парада рвет. Привет с Алтая. И в Алтай тоже привет. Ну, тачки, у бэтбоя есть три масти. Кто ты, солдат, игрок или хасла? Бля, Жека, ты что, реально уже три положил, да? Да, прикинь, я еще три кинул, охуеть просто. Гэнг-бэнг получился, сахарный гэнг-бэнг. Простите нас, блин. Мы... Просто мы не конкретно принесли нашу пиццу. Непостоянные? Нет, мы не конкретно. Конкретно не знаем, чего мы хотим. Ну, нельзя спрашивать. Конкретно не конкретные пацаны. Да, можно нам это? Тарелочку? Да, конечно. Да, а соус? Масло есть. А кетчуп понятно? Ну можно заправить. Нет, прикольно. Нет, прикольно. Острый. Давайте. Давайте острый, да. Давайте острый. Вот здесь еще луковички в форме сердечка. Это Никите Бошкину. Никите Бошкину посвящается, да. Я за Никиту Бошкина реально. Чаевничай было. Хитрый Ваня, салют, мужик. Еее, хитрый салют. Ты помнишь его? Всем моим хитрым, салют, конечно. Всем его моим хитрым, салют, салют всем моим братьям. Его... Не я ешь много пиццы, писька стоять не будет. Это что такое? Какой-то, блядь, гэнг. Мэн, какую-то хуйню пишешь. Куда ты, под навес? Расскажи про лайфстайл. Куплет как выстрел, бро как низко. Прятать талант, когда есть искра. Когда истисло. Когда истисло. Хуёво рэп читать, когда истисло. Йоу, Саня Колпина, как сам мэн? Мы уже стыканулись, короче. Чё, давайте кого-нибудь в эфир подсоединим. Но только нормального, адекватного чела. OG Gang One Love, как тебе батл Тилса и Набата? Пока еще не видел, но я уверен, что там неплохо, там горячо. Дамо Гэнг! Дамо Гэнг, выйти к майку легко, окей. Рву этот ридим, словно бешеный зверь. Ни секунды на месте, если начался рейв. Я свое заберу? Или как он говорит? Да, я свое заберу. Ну вот единственный понт, что он говорит заберу. Вот это мне только не нравится. А весь остальной куплет Ромы Тилза мне пиздец нравится. Пияч, Лиговский. Не, мэн, мы на пионере сидим, у себя на райончике. Лохосеичек спрашивает. Нет, мэн, так это не работает. Так это не делается. Мы в эти игры не играем. Олег, кто с тобой? Сейчас вам покажу. Джедай Джо. Джедай Джо Гонсалес Мофок. Ну давай.
Разрешите представиться. Троюродный брат Тони Хока. Гаддеймер, фристайлер, битбоксер, битбоксер. И родной брат Джастина Бибера. Старший. У нас еще, кстати, есть Лил Пузи Дед, он же старший брат Джарахова. Скоро он выпускает клип. Да, кстати. Всем моим братьям салам. Салам всем моим братьям. Эй, домашний так, пес, принеси мне тапки. Давай, Грайс, братишка. Почему столько мне респектов? OG Gang One Love. Привет, Бишкек. Ни секунды на месте, если начался рейв. Йоу, чуваки, кто-нибудь что-нибудь интересное напишет, или так и будет всякая хуйня. И кто там хотел подсоединиться, кидайте еще раз. Посмотрим. Все, спасибо. Всем моим братьям салам. Салам всем моим братьям. Не слышали такую песню? Всем моим братьям салам. Нет. Салам всем моим братьям. Вот это залетаю в магазин, выпускаю магазин. У меня на это есть тысяча причин. Нет? Ладно. Она не знает Фейса. Она еще не знает об OG. Да, но она еще не знает об OG. Так, кто там, блядь, просился в трансляцию? Давайте посмотрим этих псов. Так, так, так. Что-то мало интересных персонажей, но я хочу подключить вот этого мэна. И он отказался? Бля. Еще Леху хотел подсоединить, пса этого. Да Леху тебя подсоединить, все понятно, чем хочешь. Мы не на Лиговском, да, Леха. Ладно, хуй с ним, давай посмотрим, кто еще есть. Перебор, да, смотри. А ты на все полил уже масло? Нет, нет, только на одну. Пицца ничего, не понравилось. Нормально. Блять, кого подсоединить? Да, Валеру подсоединить. Счет болит. Да, достойно. Более чем. Давай, Валера, залетай в эту игру. О, Валера. Не знаю, какой это Валера, но тебя не слышно, мэн. А вот сейчас... Ой, вот теперь слышно. Булкила, респект тебе, брат. Yeah. Для меня честь с тобой в эфире быть, брат. Слушай, ты откуда, мужик? Владикавказ. Mm? Владикавказ. Mm. Жека, с Владикавказа респект просто. Yeah. Yeah, круто. Надеюсь, наши концерты... Топик на тебя, брат. Или это не Владикавказ? Это не Владикавказ. А, это Дагестан, разные вещи. Это другое. Ну что, ты мэн рэп будешь читать? Не, какой рэп, я боксю. Читаешь? А? Рэп читать или нет? Не, скажи по-братски, это респект ЦХ. Вот так скажи по-братски. А. Просто я тебя очень плохо слышу, здесь играет музыка. Скажи по-братски, респект ЦХ. Вот так. Это мои псы, банда моих псов. Кого еще раз? Кому респект? Цехе, цехе. Респект всем соседи? Соседи, он сказал. Респект всем соседям? Соседи. Да не. Бля, блин, я плохо слышу. Всем соседям респект. Скажи. Так что, соседи? Нет. Ты кому респект? Кому? Цехе. Это, короче, это банда наша называется так. Мои псы. Yeah. Всем псам с GHF. Респект. От души, Гулкила. Люблю тебя, брат. Достойно произошло все. А? Достойно все произошло. Да. Самое главное. Самое главное достоинство. И честь, и честь, да. Все, давай, мужик, посмотрим, кого еще. Давай, брат. Люблю тебя. Давай. Итак.
Всем моим братьям салам. Всем моим братьям салам. Кто следующий? Мне кажется, я что-то не то сказал, Жека. GFF? GFF он сказал? Я не слышал, но факт того, что ты респект ему, это стоит фактом. Да, нормально. Все, ему респект. Так, кто еще хочет подсоединиться? Кто там, блядь, неправильный обратный адрес указал, это их лишние проблемы. Респект отправлен чисто, блядь, отсюда. Валерон. Так, так, так. Бля, столько людей, но я не знаю, кого подсоединить. О! Хотите, я вам, чуваки, вы охуеете, я вам сейчас подключу просто чемпиона этого, М1. Погнали. Давай, только не отказывайся, Феликс. Подсоединяйся быстрее. Бля, Феликс не хочет подключаться. Не палит, не палит лицо. Ты все равно спалишься, Феликс, ты же с нами, бля. Да, если что, он с нашей бандой всем ебасосины будет бить. Yeah, man. А как дела? Как так? Прорекламил тебя, чувак. Я даже в прошлой трансляции говорил, что ты типа 2.10 и весишь 102 килограмма. Ебасос всем разношим. Выебываться на OG, короче. Всем пиздец. Че вы че делаете? Пусть на меня все подписываются. Бля, мэн, опять хуёво слышу. Вообще подписывались. Респект. А, подписывайтесь на Фелик. Крутой чел, реально. Он реальный. Он реальный. Вы где сидите? Где сидите? Где сидите? Я здесь не идеальный. Короче, мэн, давай я тебя видеть. Но тебя что-то нихуя не слышно. Хочу какого-нибудь персонажа подключить, знаешь, интересного, которому... Антон Усепов, Антон Усепов. Антон Усепов, подключай. Антон Усепов. Я нихуя не услышал. Ну ладно, знаешь, что ты, короче, красавец, давай. На связи. Так что смотрите, не выебывайтесь на OG, потому что Феликс всех разъебет. Как бы 120 килограмм, чуваки. 2.10 рост. Антона Усепова уже отпиздили, кстати. Да, если бы Антон сейчас подключился, я бы его с радостью подключил. Но Антон же не инстаграм-бой. Тут только я инстаграм-бой. Ебать, кто там хочет еще подключиться? Не вижу интересных имен. Давай. Алло. Алло. Вот этого чела сейчас подключим. Просто рандомного. Алло. Артур, сколько лет ты в брейкдансе? Мэн, всю жизнь. Брейкданс — это мое все. Пайтмил. Да ну. Да ну нахуй. Я. Подключили того самого. Ебать. Ребята, я в ахуе. Да, мэн. Я не верю просто, ты знаешь? Респект, ребята. Реально большой респект. Охуенную движуху делаете. И от души. Чё у тебя? Еще раз. Я сижу, ебать, яблоки собираю. А, нормально вообще. Тупо чилю. Не, ну ты, конечно, Димасту разъебал.
Я думал, будет равный бой, но типа там без шансов. Бля, мэн, нихуя не... Короче, специально подключать чуваков, я с ними не могу играть музыку. Давайте домой приду. Подключаю еще всяких типов интересных. Вот это, кстати, интересный типок.